Умный унитаз серии Smart шведской компании Svedbe. Это новая уникальная разработка, символизирующая переход в новый век умных устройств для ванной комнаты. Svedbe Smart – унитаз, который может быть установлен вместо существующего, без дополнительных строительных работ. Несмотря на отсутствие традиционного бачка, умный унитаз обеспечивает эффективный смыв, используя небольшое количество воды, напрямую подключаясь к системе магистрального водоснабжения. Полный комплекс гигиенических процедур как для взрослых, так и для детей с возможностью индивидуального выбора и настроек делает унитаз Svedbe Smart уникальным премиальным решением для ванной комнаты. Компания Svedbe в очередной раз подтвердила свой статус инновационной компании, предложив своим пользователям управление унитазом Smart не только с помощью пульта дистанционного управления, но и через приложение для смартфонов, как для iOS, так и для Android. Как же управлять таким умным унитазом? В действительности все достаточно просто. И начав пользоваться, вы уже никогда не сможете отказаться от удобного и комфортного унитаза компании Svedbe. Рассмотрим все режимы по порядку. Перед тем, как начать пользоваться унитазом Svedbe Smart, необходимо ознакомиться с подробной инструкцией. Автоматический подъем, закрытие, крышки и сиденья. Проведите правой ногой рядом со встроенным сенсором. Также поднять крышку и сиденье можно с помощью пульта управления или смартфона. Первое нажатие поднимает крышку, второе – сиденье. Для закрытия нужно также нажать на кнопку пульта или смартфона. Если крышку и сиденье оставить в поднятом состоянии, то встроенный датчик движения опустит их автоматически. Можно отрегулировать температуру сиденья из трех доступных – низкой – 30 градусов, средней – 35 градусов или высокой – 40 градусов по Цельсию. Также есть возможность установить температуру воды для биде, выбрав один из четырех вариантов – между 33 и 40 градусами по Цельсию. Температура может регулироваться в любой момент во время эксплуатации в соответствии с личными предпочтениями. Для активации режима омывания сзади и спереди в положении сидя нажмите требуемую кнопку. Процедура занимает 2 минуты. Во время обмыва долгим нажатием на кнопку можно запустить колебательное движение форсунки биде вперед и назад, что необходимо для более тщательного очищения. Если нажать на кнопку еще раз, форсунка остановится. Во время использования режима биде регулировка положения форсунки осуществляется кнопками на правой стороне пульта. Водная струя может подаваться в четырех различных положениях. Последние настройки сохраняются в памяти устройства. Для регулировки напора воды форсунки биде используются кнопки на левой стороне пульта. Один из трех доступных уровней водного напора можно выбрать или изменить в период эксплуатации. Если ничего не менять на пульте, будут работать настройки последнего пользователя. Для регулировки температуры сушки на пульте выбирается один из трех доступных режимов – низкий – 35 градусов, средний – 40 градусов или высокий – 45 градусов по Цельсию. Сохраненную в памяти предыдущую настройку можно изменить в процессе использования режима сушки. Для включения режима сушки, сидя, нажмите кнопку на пульте. Через 3 минуты произойдет автоматическое отключение. При необходимости прекращения режима сушки раньше времени нужно просто встать с сиденья. Для остановки любого из текущих режимов, сидя на унитазе, нажмите кнопку «Стоп». Режим «Смыв» по умолчанию активируется при вставании. Если необходимо, долгое нажатие на кнопку активирует «Смыв», даже если унитаз не используется в данный момент.
Обратите внимание, кнопка «Авто» есть как на пульте, так и на корпусе унитаза. При необходимости можно запрограммировать и использовать несколько авторежимов. Нажмите кнопку «Омывание сзади». Затем для активации режима «Автоомывание сзади» долго держите нажатой кнопку «Авто». Таким образом будет запрограммирована следующая последовательность действий. Омывание сзади в течение 30 секунд, колебательное омывание сзади в течение 30 секунд и сушка в течение 3 минут. Нажмите кнопку «Омывание спереди». Затем для активации режима «Автоомывание спереди» долго держите нажатой кнопку «Авто». Таким образом будет запрограммирована следующая последовательность действий. Омывание спереди в течение 30 секунд. Колебательное омывание спереди в течение 30 секунд. И сушка в течение 3 минут. Предыдущая настройка действует в том случае, если текущим пользователям не производится настройка температуры воды, напора воды или температуры сушки. Нажмите кнопку «Омывание сзади». Затем для активации режима «Автоматический детский режим омывания сзади» долго держите нажатой кнопку «Детский режим». Таким образом будет запрограммирована следующая последовательность действий. Омывание сзади в течение 15 секунд. Колебательное омывание сзади в течение 15 секунд. И сушка в течение 1 минуты. Нажмите кнопку «Омывание спереди». Затем для активации режима «Автоматический детский режим омывания спереди» долго держите нажатой кнопку «Детский режим». Таким образом будет запрограммирована следующая последовательность действий. Омывание спереди в течение 15 секунд. Колебательное омывание спереди в течение 15 секунд. И сушка в течение 1 минуты. В детском режиме температура воды, давление воды и температура сушки находятся на самом низком уровне. Для отключения всех звуков оповещения смены режимов унитаза долго держите нажатой кнопку «Без звука». Для включения ночной подсветки нужно кратковременно нажать на кнопку «Ночник эко-режим». Долгое нажатие кнопки используется для включения или выключения эко-режима. При включенном эко-режиме функции нагрева воды и обогрева сидений отключаются на 8 часов или до момента начала эксплуатации унитаза. Если унитаз используется, эко-режим автоматически отключается. Унитаз Светбе Смарт – современная жизнь и ваш умный выбор.